Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Вперед! Газой! Вперед! Газой! Я сажусь в такси, открываю окно. Легкий ветер мое обдувает лицо. Путь, дорога, шоссе. Я знаю все, сколько улиц, домов, переулков еще. Пролетаю мимо прохожих людей, магазинов, витрин, знакомых парней. Любимый мотив срывает соцуз Европы плюс. Вперед! Всем привет! Я Мария, и это Технокухня. Видеорегистратор Neoline Cubex V50 в моей машине. Давайте рассмотрим. Модель, не сказать, что лидер на рынке, но за год пребывания на нем заслужила массу поклонников. Прежде всего среди тех, кто любит компактные, качественные по сборке Full HD регистраторы с простым легким креплением. В начинке мощный процессор Umbrella A5L и 3-мегапиксельный SMOS-сенсор. Есть датчик движения. Помимо этого GPS и GLONASS, позволяющие фиксировать местоположение съемки и сигнализировать о приближении полицейских радаров в России и Белоруссии. Обнаружен полицейский радар «Стрелка». Прошивка и база радаров регулярно обновляются. Съемка качественная не только днем, но и ночью. Эй, малышка, как твои дела? Немножко устала. Не беда. Да, на часах, скоро час. Тебе не наскучил еще мой рассказ. Регистратор можно повернуть и снимать пассажира в салоне. Или беседу с инспектором. Звук тоже пишется. В качестве накопителя предлагается использовать microSD-карты емкостью до 32 гигабайт. Питание как от USB, так и автономное. Аккумулятор 470 мАч. Есть дисплей 2,4 дюйма. Регистратор фиксирует скорость, направление движения и дату. Благодаря большому углу обзора 130 градусов пишется не только дорога, но и обочина. Видео пишется с параметром 30 fps, а это значит, никакая деталь не ускользнет из вида, даже когда автомобиль несется на высокой скорости. Но прошу вас, не превышайте скорость. Цена данного чуда порядка 5500 рублей. Учитывая возможности, цена вполне оправдана. А наша награда – серебро. С вами была Мария. Чао! Вот и все, я приехала домой.